Общение – это удовольствие. Это ответы и новые загадки. Это гармония и счастье. Это любовь и дружба. И обещание новой встречи. Мир – это то, чем являешься ты сам. Программа «Искусство интервью». Каждый будний день в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайв». Казахстанская медиа-академия общается с интересными людьми. Добрый день, дорогие телезрители! В эфире «Искусство интервью» и я, Аяна Карим. Аяна Карим по образованию финансист, сертифицированный лайф-коуч, журналист. Как интервьюер раскрывает тему «Смысл есть во всем». Эх, если бы я могла читать мысли или перемещаться во времени, наверное, так думал каждый из нас в детстве. Так ли это круто, как нам кажется? Что стоит за этими сверхъестественными способностями? И существует ли магия? Сегодня об этом и о многом другом мы поговорим с нашим необычным гостем, финалистом Международной битвы экстрасенсов Виктором Александровским. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Виктор Александровский, экстрасенс, финалист 8-й и 10-й Международной битвы экстрасенсов. Расскажите нам о том, что для вас в вашей деятельности является самым ценным, чем вы гордитесь. Для меня бесценен опыт. Для меня, как для экстрасенса, ценен превыше всего результат. То есть самое главное, это когда вот человек получает консультацию, проходит какое-то время, и он говорит, есть результат. То есть я понял, почему вот так со мной было, почему со мной что-то происходило. Или вот недавно мне, например, буквально вот перед Новым годом мне писали клиенты, говорят, мы поняли, почему мы чуть не развелись с женой. Все оказывается, вот как вы говорили, мы вот этот момент убрали в наших отношениях, и все стало прекрасно. Процент клиентов, которые умеют выносить опыт из встречи, 80% не умеют, 20% умеют. Очень многие приходят просто за тем, чтобы, ну, как-то, кто проверить, кто вот еще что-то. Но 80% приходят услышать то, что они о себе думают. Вот это вот самое главное, пожалуй. А вот я же вот правда, я вот такая или вот я вот такой? Да неправда. Так что вот так. Как, по вашему мнению, является ли человек хозяином своей судьбы или все-таки от судьбы не убежишь, как говорят в народе? Значит, смотрите, и да, и нет. И является, и не является одновременно. Чтобы вы представили, что такое судьба человека, это точно не прямая линия. Иначе тогда предсказать жизнь человека ничего бы не стоило. Будущее — это огромное количество линий вероятности, разбегающихся в разных направлениях, как в сказке. Выбор всегда остается за человеком, но не дороги. Бог дал человеку свободу выбора. Мы не можем творить линии вероятности зачастую. Мы можем их выбирать. И вот бывает так, что у человека вот на этой линии появляется такой узелок. Он может быть подвижный и может сдвигаться вместе с действиями человека, а может быть неподвижным. Вот неподвижным или константными, как я называю эти узлы судьбы, является узел смерти, например. То есть вот человеку дано, вот чтобы вот с ним что-то там случилось, как-то определенным образом, чтобы он погиб. Я знаю, что вы не занимаетесь черной магией, используете свои способности только во благо людям, расследуете сложные преступления, помогаете журналистам. Вот скажите, хотели бы вы передать свои способности вашим будущим детям, или все-таки вы желаете для них другой судьбы? К счастью, мой ребенок пока единственный, к этому не имеет никакого отношения, он человек творческий и очень далек от этого, к счастью. Наверное, я бы не хотел. Я знаю, что вы верите в Бога. Что для вас значит Рождество Христово? Имеет ли какой-то он особый смысл? Тема религии, она вообще очень сложная. Я верю в некие высшие силы. Для меня любая религия — это всего лишь эгрегор. Что такое эгрегор? Если мы верим, вот я православный, я верю, что вот оно работает, Бог работает вот так. Я пришел в церковь, сказал «Отче наш», прочитал молитву. Что такое «Отче наш»? Это ваш пароль, который позволяет вам войти в этот эгрегор, как в программу, и воспользоваться его возможностями. То же самое в исламе, то же самое везде. И так было всегда. Эгрегор Посейдона —
эгрегор Зевса или каких-то древних богов работал ничуть не хуже. Но вопрос в том, что в них перестали верить. Существует только то, во что мы верим. И поскольку мы в это верим, этот праздник работает с точки зрения магии, с точки зрения энергий. То есть столько эмоций и позитива в этот день, что, конечно же, сбывается все, о чем ты просишь высшие силы, обращаясь к эгрегору Христа. Кому молятся больше всего в такой день? Конечно, Деве Марии. Просят ее благословения. Она слышит, она отвечает. Все. То есть вот тут очень важный момент. Поэтому я верю в Бога, но не как в существо на облачке, не то, как это написано в Библии или в Коране. Это Библия, Коран — это всего лишь способ управления людьми. Чтобы они не думали, а только делали так, как положено. Потому что любая религия требует исполнения ритуалов. Нужно быть вот таким, нужно сделать так, ну, то есть рамки. Да, я тоже не верю в религию, я верю в живого Бога, поэтому... Бог, Он везде. Он в этом растении, в дуновении ветра, в ручейке, в горах. Он везде. И Бог, прежде всего, для меня — это совесть. Можно биться лбом, класть земные поклоны, стоять на четвереньках. Но если ты негодяй и подлец, ты не поменяешься. Ты выйдешь и так же будешь грешить. Тогда зачем ты каялся? А вы верите в жизнь после смерти, в рай, в ад? То есть вот для меня жизнь после смерти, она такова, что то, во что мы верили. Но существует ли реинкарнация? Да, реинкарнация существует. Пока мы не выполним то, для чего мы здесь, нас будут возвращать сюда и ставить снова перед нами эти же задачи и требовать их выполнения. Поэтому тема с самоубийством, что типа game over, выключили кнопку, нет, тебя опять вернут в эту жизнь, опять поставят в такие же условия, только еще более сложные. Сейчас вот очень многие люди используют оккультизм, черную магию сами или обращаются к кому-то с плохими намерениями, там, навести порчу, манипулировать и так далее. Вот скажите, к чему приводят такие последствия? Ну, я бы хотел успокоить зрителей. Почему? Потому что на самом деле людей, которые обладают такими способностями, особенно к черной магии, их очень мало. А если какая-нибудь бабушка, которая сидит где-нибудь в селе, взяла с вас 2000 тенге и сказала, что теперь точно любовница у твоего мужа исчезнет, даже если ты весишь 140 килограмм и не входишь в дверь, он к тебе вернется, потому что он тебя любит, а любит он тебя, потому что четверо детей от него, конечно, не вернется, конечно, не любит. Что есть молодая, красивая. А те деньги, которые вы отдали, это просто добавка к пенсии этой бабушки. То есть у нас единицы, вообще я в своей жизни встречал только несколько человек, которые реально умели работать в области черной магии. Скажите, вот экстрасенсорный дар человека – это сделка с Богом или с дьяволом? Что человек платит за этот дар? Ничего не платит, потому что это способности вашего мозга. Вот у вас, например, очень хорошая интуиция. Вы же знаете об этом? У меня? Да. Спасибо. Ну, просто вы к ней не прислушиваетесь, скорее всего. Вам часто снятся вещи и сны? Я не обращаю внимания. Не обращаю внимания, понимаете? А если вы обратите внимание, вы вдруг поймете, что мир вокруг нас, он не только материальный. Если мы не видим энергию, это не значит, что ее не существует. Да, кстати, в сны я не верю, но людей чувствую. Вот, понимаете, вот это и есть маленькая частичка экстрасенса внутри вас. А если вы начнете это развивать, оно у вас разовьется. Так с кем же у вас эта сделка? С Богом или с дьяволом? Это всего лишь свойство вашего мозга. Если я не буду работать каждый день, то не будет у меня вот того сногсшибательного результата, которым сейчас вот там будут делиться ваши там девочки за кулисами. Виктор, скажите, вот вы так часто сталкиваетесь с потусторонним миром, вот даже, к примеру, битва экстрасенсов, там задания с полтергейстом, да, черная магия. Вам бывает самому страшно? Нет. Помните, у Николая Васильевича Гоголя был там
философ Хамабрут, который должен был отпеть паночку три ночи в церкви. Вий, рассказ, а? На чем погорел? Испугался. Бояться нельзя. А если вот вдруг к вам придет Бог во сне или наяву и скажет: «Оставь все и следуй за мной». Понимаете, какая штука? Если во сне не поверю. А наяву? А ну наяву я, наверное, встречусь с ним только если на тот свет отправлюсь. А там уже будет видно, праведно я делал. Нет, ну вот допустим, представим, вот сегодня. Нет, наверное, не стал бы идти за ним. Откуда я знаю, во-первых, что он Бог? Это раз. А если это дьявол? А если это искушение? Понимаете, вот как вам сказать, Бог у меня ассоциируется с радостью, с весельем, со смехом, с счастьем. Вот Бог — это жизнь. Нет, наверное, бы вот... Интересный вопрос вы задали, правда. Нет, наверное, бы не пошел. Усомнился бы, честно, усомнился. А если все-таки вот ваше чутье подсказывало, что это Бог, какой бы вопрос вы хотели ему бы задать? Может быть, чтобы убедиться в этом, или просто ваш какой-то личный вопрос? Если это Бог? Да. Что бы вы хотели спросить у него? Чтобы убедиться, что он Бог? Или как? Ну, возможно, и убедиться, и что-то то, что вот вы давно не находите ответа. Я спросил бы, зачем все это? Что все? А вот все это. Для чего мы здесь? Для чего вот это все? Вообще, зачем человек на земле? Человечество. Потому что, вы знаете, я немножко мизантроп, и я считаю, что без человека земля была гораздо прекрасней. Просто прекрасней, чище. Все было настолько разумно, не было уродливых зданий. Ну, правда, вот, то есть какие-то моменты хорошие, которые человек вынес для себя, но для природы, для земли он же ничего не сделал. Ну, в целом так вот, глобально. Вот я бы, наверное, вот этот вопрос задал, спросил, зачем? А если бы он ответил на этот вопрос, потом бы я, наверное, спросил, а что делать мне? И вот если бы он еще раз сказал, иди за мной, тогда бы пошел. А если бы у вас была возможность изменить что-то вот в нашем мире, что бы вы изменили? Наверное, ничего бы не стал менять, потому что все настолько хрупко, а раз оно так, так, наверное, должно быть. И напоследок, Виктор, поделитесь нашими телезрителями прогнозы на предстоящий 2018 год. Давайте так, вы будете задавать вопросы, а я отвечать. А что интересует, какой прогноз, что смотрим? Ну, наверное, больше вот область финансов, экономики нашей страны. К чему быть готовым казахстанцам, может быть? Чему нужно уделить особое внимание в этом году? Ну, вообще, этот год, я бы сказал так, что год этот... Во-первых, это год собаки. Очень важный момент. А собака – это очень преданное животное. И я бы исключил из обихода по возможности ложь, лицемерие, вранье. Собака не будет прощать предательство. Вот, то есть год, вот у него концентрация будет вот на этих аспектах, да? Но при этом год будет очень благоприятствовать людям трудолюбивым, работающим над собой, не ленивым. Вот это вот будет. Экономический год будет более сложным, чем предыдущий. Экономика еще просядет. То есть я думаю, что экспо нам аукнется в полной мере в этом году. Вот. Будет ли расти доллар, я думаю, да, там его будут как-то, видимо, корректировать, но скачки будут. В году будут перемены вот в высших эшелонах власти, что-то там будет парламент как-то переставлять будут, то есть вот все эти вот рокировки будут происходить. Но как-то вот глобально, вот для простого человека, по-моему, лучше особо не станет, и какие-то будут введены системы, нормы, связанные вот с правоохранительными органами, как-то более жестко станет. Будут введены какие-то программы, связанные вот с медициной, еще чем-то, вот, может быть, страхование какое-то. И это будет как бы в этом году реализовываться, но, на мой взгляд, не слишком успешно. Вот.
Потому что у нас всегда беда – это профессионализм. Потому что зачастую те люди, которые занимают высокие посты, как профессионалы, далеко не всегда им соответствуют. То есть, вот так бы я сказал. То есть, ну, как объяснить вам? Не всегда главврач больницы – самый лучший врач в этой больнице. Он может быть блестящим администратором, но абсолютно бездарным хирургом. И наоборот. Может быть блестящий хирург, но абсолютно ему безразлична администрация, он никогда не станет главным врачом. То есть вот эти вот моменты будут очень у нас мешать. А в целом экономический год будет сложный. Большое спасибо, Виктор. Что пожалуйста. Вы... Спасибо за интересный вопрос. Да, вам спасибо за интересный ответ и за то, что нашли время и пришли к нам. А с нами был сегодня финалист Международной битвы экстрасенсов Виктор Александровский. Итак, нас ожидает сложный, но интересный, насыщенный 2018 год. И каждому будет дано по нашей вере. С вами была передача «Искусство интервью» и я, Аяна Карим. Смысл есть во всем. До новых встреч! Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это то, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми в программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7:05 и 19:05 на телеканале «Муз-Лайф».